Белое, синее, красное. Эти полосы сливаются в единый российский триколор. История его создания уходит в далекие времена Петра I. Впервые флаг с золотым двуглавым орлом посередине был поднят во время плавания царя в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске. Спустя несколько столетий в нашей стране 22 августа отмечают День государственного символа Российской Федерации. В Раменском праздник прошел на площадке Летнего театра «Лира». Наверное, здорово, что в нашей стране есть много добрых, хороших традиций. Вот и государственный праздник, посвященный возвращению российского триколора, который был учрежден более 20 лет назад, а если точнее 24 года назад, мне кажется, является еще одной доброй, хорошей традицией, которая собирает в этот день нас всех вместе. Я поздравляю с тем, что мы живем в великой, могучей стране, и давайте пожелаем себе и всем нам, чтобы она такой всегда и оставалась. Существует несколько трактовок значения полос флага. Одна из них – державная, символ единства трех братских восточнославянских народов – белый – Белороссии, Белоруссии, синий – Малороссии, Украины и красный – Великороссии. В настоящее время чаще используют другую трактовку. Белый цвет означает мир, чистоту, синий – цвет веры, постоянство. Красный символизирует силу, кровь, пролитую за Отечество. Каждый гражданин нашей страны, в принципе, должен прийти в этот день на мероприятия, где посвященные этому празднику. Потому что, конечно, я думаю, с детских лет мы должны прививать любовь к флагу. Это наша гордость, это наша честь. С флагом тысячи россиян шли на фронт. Всегда-то, кстати, отдавали все, что могли за Россию. И мы должны понимать, что это, в общем-то, большой государственный праздник. И в этот день, конечно, хочется пожелать всем счастья, здоровья. И я рад, что такой замечательный концерт сегодня организован. А утром был пробег молодежи. Значит, у нас есть будущее. Значит, этот праздник приживается. Поздравляем всех с праздничком России, с флагом российским. Чтобы все были здоровы, чтобы было мирное небо над головой. Какой бы трактовки значения триколора не придерживаться, главное и важное в российском флаге – это единение граждан одного государства в самых разных уголках страны нашей необъятной Родины. Сергей Григорьев и Марина Миткевич для программы «Городские вести».